Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами необычные золотые Хайрулс. Посмотрите, какие здоровские капсулы. Они золотые и синие. Они есть разные. Сегодня мы их обе откроем и разберем, какие нам куколки здесь будут попадаться и что вообще, я совершенно не знаю. Они продаются вот в таких коробочках. Тут нарисованы всякие куколки, лол, конечно же, очень много всяких лол. Сейчас мы будем с вами это разбирать, открывать и смотреть, а вы пока ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал и не забудьте про колокольчик, чтобы самым первым узнавать о наших видео. Ну давайте начнем с золотого, посмотрите. Вот такая вот маленькая коробочка, мы открывали уже на канале большие капсулы. Если ты еще не видел, можешь пройти на наш канал и посмотреть видео, смотрите. Здесь показано, что у нас будет 9 сюрпризов написано. Здесь нарисована такая здоровская куколка. Здесь их очень много. Да и все. В принципе, ничего нет. Написано LOL Hairgirls. Давайте откроем эту капсулу. Она идет такого золотого цвета. Здесь, в принципе, тоже ничего такого нет. Написано 9 сюрпризов. Насечки, кстати, здесь немножечко есть насечки. Такая куколка. Я так хочу, чтобы она мне попалась. Итак, ребята, давайте снимем первый слой. Думаю, слоев здесь, да, немного, вот два. Оп, первый слой сняли. Так, второй. Такая нежно-розовая капсула. Смотрите, если не знаю, видно вам или нет, она блестит золотыми блестками. Так, здорово. Что, здесь... О, открывается. Я думаю, кстати, он не открывается. Здесь у нас есть какой-то сюрприз. Мы обязательно его чуть позже посмотрим. А также здесь есть, я так понимаю, это на капсулу обычно другие держатели. Здесь какой-то необычный держатель. Давайте его оденем. Он так заплетен, как из косички. Так. Готово. Не знаю, будет он держать. Да, вот так вот он держится. Так, что у нас здесь? Все, в принципе, ничего нету больше. Давайте посмотрим, что у нас здесь в пакетике еще идет. Такой прозрачный, вроде бы розовый, но прозрачный пакетик, даже фиолетовый. А здесь у нас идет бутылочка, достаточно жестковато, но поить куколку можно. Такая штучка. А, так, это подставка, когда мы капсулу откроем. И идет вот такой вот гребешочек, расчесочка для нашей куколки. И давайте же откроем капсулу, если она... О, смотрите, как она прикольно откроется. Раз, два. Хотя нет, неправильно. Она, походу, сломалась, и было на скотче, можно было скотч обрезать, и она бы открылась с двух сторон. Но они, какой-то, по-моему, китайцы намудрили немножко и сломали нам капсулу. Так, что у нас здесь идет? Вкладыш и пакетики, все в основном прозрачные. И все, кстати, единственный плюс, наверное, что все аккуратно сложено, упаковано в пакетике. Давайте посмотрим вкладыш. Вот такой вкладыш, он похож на оригинальный вкладыш. Так, что у нас здесь? Ой, посмотрите, здесь правда даже они очень сделали похоже под оригинал. Здесь есть вот такие же заколочки, наклеечки, на которые вы можете цеплять их на волосы нашей куколки. Так, здесь лупа и вот такая подсказка, нарисована девочка и ножницы. Если вы знаете, что это значит подсказка, напишите об этом в комментариях. Также здесь вот единственный пакет, который прям спрятан и не видно, что здесь попадется. Так, о, смотрите, это юбочка для нашей куколки. Так, это что? Это что, такая обувь? Вот это точно на сапожочек похож, такого бирюзового цвета. Это, а это кофточка. Ребята, вы представляете? Это нормальный сапог. А это что это? Это какая-то куриная лапка нам попалась. Это вообще жду, и как это такое возможно? Нормальный сапог, куриная лапка. Жесть, конечно. У нас получается, куколка останется без обуви. Так, тело, вы смотрите, замоталось все об заботы. И та-бам! Ничего себе, ребята! Посмотрите, какая крутая кукла, правда здесь лысина, но потому что она не расчесана, если ее расчесать, думаю, все будет красиво. Она очень красивая, у нее такие розово-синего цвета волосы, по-моему, очень необычно, она очень хорошо прокрашена, только немножко с губками проблемы, но ничего, давайте, она, скорее всего, может пититься, потому что, видите, такая здесь трубка, и вот здесь вот есть дырочка. И, ну, только посмотрите, какая голова, какая здесь дырень, я не знаю, будет ли эта голова держаться.
Нет. О боже мой, ребята, вы видите, они настолько сильный вырез сделали, то что кукла даже не держится. Посмотрите, если она вот так, то она бесшейная, но вы ей никак не поиграете, она просто будет падать при любой возможности. Но мне кажется, эта кукла чем-то похожа на оригинал, если я ее здесь найду. Вот, мне кажется, они попытались сделать под эту куколку. Как вы думаете, похоже? Но вот цветом волос, я думаю, похоже. А всем остальным точно нет. Капри, башка, голова прикольная. У нашей куколки она достаточно симпатичная, но тело это просто жесть. Голова совершенно не держится. Наряд, кстати, тоже очень симпатичный, такого блестящего бирюзового зеленого цвета. Почему бирюзового, сама не понимаю. И юбка, правда, немножко не в тему. Но вообще наряд, мне кажется, и одной обуви, например. По-моему, наряд, если вот так вот посмотреть, достаточно симпатичная куколка. Жалко, что у нее голова не держится. У нас есть еще такой гребешок, который может ее вот так вот расчесать. Вот. Но я считаю, что китайцы постарались, они попытались сделать какую-то симпатичную куклу, похожую на оригинал. Просто начудили немножко с головой, что она не держится, и положили нам всего лишь одну обувь. А так, мне кажется, вот если ее вот так вот посмотреть, наряд тоже сочетается с ее волосами. Мне даже очень нравится. А вам пишите об этом в комментариях. Так, мы поставим сейчас нашу куколку вот сюда. Главное, чтобы у нее голова не отвалилась. А давайте вот сейчас мы откроем вот эту синюю капсулу. Будем смотреть, что попадется здесь. Это золотая, а это синяя. Там идет всего два слоя. Оп. Еще не хочет сниматься. Так, здесь пакетик точно такой. Ой, здесь уже, смотрите, другой держатель, но это точно не на оригинал, совершенно не похоже, но что-то новое. Так, здесь, если понимаю, точно такой же набор, как и в первой куклы, главная кукла, чтобы другая была. Да, здесь бутылочка, только здесь у нас появились еще розовые очки, гребешок и куклу ставить, если в эту капсулу. И открываем. Давайте сейчас попробуем по-нормальному открыть эту капсулу, сделаем надрез здесь. И посмотрим, не развалится ли капсула. Да, вот так вот можно ее аккуратненько открыть. И достаем нашу куколку, пока не подсматриваете, что у нас там попалось. Такой же вкладыш. Я заметила, что в этой серии куколок они, правда, сделали очень похоже на оригинал, потому что я уже мельком увидела вторую куколку, и я скажу, что она, правда, похожа на оригинал. И, кстати, давайте заколочку нацепим, вот эти мне цветочки нравятся, вот так вот возьмем ей чуть-чуть вот волосики можно взять, и вот так вот аккуратно нацепить эти цветочки ей. Так, что у нас здесь еще? Здесь такой у нас снаряд попадется новенькая, надеюсь, что это то же самое. Да, наряд чуть новенький, и здесь уже есть обувь, две вот таких туфельки, как и там должно попасть, шортики и кофточка. Тоже они поблескивают, не знаю, видно вам или нет. И давайте же, конечно же, смотреть саму куколку, и та-дам! Мне кажется, эта куколка похожа, которая вот она, вот здесь вот у нас нарисована. Давайте вкладыш откроем, вот она. Китайцы стараются делать похожим. Конечно, это не сравнится пока с оригиналом, но все равно, мне кажется, достаточно симпатичная куколка. Только они все не расчесанные, как будто только проснулись, поэтому вы можете и помыть голову куколки, и заплести ей другую прическу, и она выглядит очень симпатично. Смотрите, здесь сделано аккуратно, и тело будет нормально. Посмотрите, вот здесь какая, да, дырка? Сделали, и какую здесь оставили, поэтому тело, конечно же, не держится у нашей первой куколки, она мне так понравилась. С одной стороны, я уже хочу, чтобы мне попалась еще одна такая куколка, чтобы нормально у нее голова держалась. Посмотрите, эта куколка тоже хорошо прорисована, мне она очень нравится, она такая загорелая. А вы голосуйте. Честно, я не могу выбрать, какая из этих двух, например, пока куколок лучше. Мне нравится и та, и та. И смотрите, шортики хорошо налезли, они даже немножечко большеваты. Так, оденем ее кофточку и помидорики. Конечно, первый наряд мне, наверное, немножечко больше понравился, хотя этот тоже хорошо очень смотрится. Посмотрите, какая милашка. И это тоже милашка, если ей вот так тело придет. По-моему, это правда. Пока из всех поделок, которые мы открывали, мне кажется, это самое лучшее. А вы как считаете? Итак, ребята, давайте мы продолжим с вами открывать тоже. Опять возьмем золотую капсулу, еще откроем по одной такой капсуле.
И будем смотреть, подойдет нам повторки или нет. Потому что, как вы знаете, то, что когда иногда первые партии покупаешь, там очень-очень много повторочек. Так, держатель, как в первом. В первой капсуле у нас было. Так, что здесь? Ну, здесь то же самое. Не знаю, давайте я не буду открывать. Нет, давайте, ладно, открою. Это держатель, бутылочки и такая штучка. Так. Так, давайте это все сюда выложим, что мы нашли. А то у нас все убегает. Так. Капсулы пока уберем, потому что они очень много места занимают. Так. И убрала даже ту капсулу, которую не надо было убирать, которую я как раз сейчас открываю. Так, давайте также аккуратно скотч надрежем здесь, чтобы пооткрыть капсулу аккуратно. Оп. Так. Так. Здесь не буду показывать пока, какая кукла. Так, так, так. А здесь что у нас идет? Лупа, наклеечки и, я думаю, подсказка. Подсказка попадается во всех капсулах пока одинаковая. Так, пакетик с одеждой давайте посмотрим. Самый скрытый пакетик. Так, это такой же наряд, как у нас у второй куколки попался. Хотя нет, не такой же. Тут синий топик был, а тут опять такой зелененький топик. Мне нравится такой цвет. Вам нравится такой? И да, только я сейчас говорила о повторке. И нам попалась, па-бам, опять такая же кукла. Но я так рада. Посмотрите, ей сделали нормальную дырку. И она нормально будет держаться теперь на своем теле. Это здорово. Это плюс, конечно, то, что мне попалась такая же. И она будет нормально держаться. Так. Готова такая. Ну, мне кажется, здесь больше, даже, может быть, они здесь как-то не уложено, наверное, но мне кажется, здесь больше синего цвета в первой кукле, чем здесь. Здесь больше как-то упор на розовый цвет сделали. Так, давайте оденем шортики ей. Так, соберем пока волосы. Так, вот сюда вверх. Можно хвостик, если у вас есть еще маленькие резинки, ей можно такой хвостик сделать. Мне кажется, ей тоже он достаточно идет, прическа с хвостиком. Так. А топик попался, кстати, шорты попались от второй куклы, а топик попался от первой куклы. Так, но все равно наряды мне тоже нравятся. Не сравнится с оригиналом, но для подделок это достаточно хорошо. Вот, ой, что у нас улетела обувь. Та-дам! Готово! Пишите в комментариях, как вам теперь эта куколка в собранном виде, и когда у нее не отваливается голова от своего тела. И, ребята, мы открываем с вами еще одну капсулу. Это синяя, рассмотрели две золотые. Давайте откроем. А, нет, смотрите, две золотые, две синие. Есть еще вот такого цвета, тоже совершенно другого. Так, давайте я проверю. Да, я открыла даже две желтых, я так понимаю. И синюю. Давайте, ладно, откроем еще вот эту капсулу. Будем надеяться, что здесь попадется что-то, ой, что-то другое. Так. Но пока это правда самые лучшие подделки, из которых мы когда-либо открывали на канале. Они правда очень качественно, аккуратно сделаны. Здесь набор такой же, не буду открывать уже его смотреть. А, нет, хотя здесь немножечко другое. Здесь диадемка в этот раз. Правда, не диадемка, а ободок. И давайте же откроем. Ну нет, все равно, видите, здесь хорошо приделано, что она так как первая капсула не разваливается. Поэтому все-таки немножко первая капсула, я думаю, у нас была. И, ребята, у нас повторка. Вот, помните, я только говорила, то, что в первых пальцах попадаются повторки. И правда, у нас попалось, получается, две таких куклы и две таких. Не знаю, конечно, может быть, у нее наряд будет другой. Посмотрим. Нет, наряд тот же самый. Как даже они одинаковые наряды положили сюда. Так, это не будем смотреть. Давайте оденем. Оп. 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 Конечно, мне не хочется завершать выпуск на повторке, поэтому мы сейчас попробуем еще одну капсулу открыть. Если там вновь попадется повторка, конечно, мы уже закончим. Но если не попадется сейчас повторка, то это будет очень здорово. Так, положим наших кукол сюда.
Итак, ребят, давайте пробуем еще одну открывать. Держите пальчики, чтобы у нас не попалась повторка. Но, походу, мои предсказания сбываются. Так, открываем. Держатель. Что-то здесь новое попалось? Нет, здесь ничего нового нет, поэтому я просто... Выцеплю. Так, где мой помощник? Отрезаем скотчиком. Там. Так, ребята, да, это у нас опять повторочка. Я вам ее собирать тогда не буду. Конечно, очень жаль, но бывает такое, может быть, в следующих партиях будет попадаться. Только посмотрите, что у нее во рту здесь. Опять неаккуратно что-то сделали. И, о, но это легко исправить. И тогда у меня теперь губки получатся нормальные. Давайте, конечно, наряд посмотрим, что у нее получится с нарядом. Наряд, да, точно такой же, такой топик. Смотрите, розовый. Теперь давайте ее соберем. Не будем ее так оставлять. А соберем. Но наряды тоже очень симпатичные. И топик, смотрите, такой прикольный какой-то, морской. И так, дорогие друзья, посмотрите, как она выглядит в своем наряде. Обувь со всех падает, не знаю почему. Мне, в принципе, эти куколки очень даже понравились. Это я для сравнения открою вам вот такую лол-страшилку. Посмотрим, какая здесь куколка попадется, потому что совершенно неохота заканчивать выпуск на повторке. Но здесь, думаю, должна быть другая куколка. Будет очень смешно, если попадется все-таки такая же. Так, смотрите, такая яркая, красная, это такой... Нарисовано здесь 7 сюрпризов. Насечек у нас на этой куколке нет, поэтому давайте воспользуемся помощником. Так, ну здесь очень достаточно много слоев, мне кажется. Подсказочка. Такой слой, были даже отдельные шарики, они у нас тоже есть на канале. Посмотрите, если еще не смотрел. Так, и последний слой снимаем. Открываем наш шарик. Уже как-то, мне кажется, старомодно вот такие вот шарики. Ты привык уже к таким капсулам. Так, что у нас здесь? Вот, бутылочка, мягче чем-то. Такое ожерелье на винограде, похоже. Держатель. О, посмотрите, какие милые туфельки. Мне они очень нравятся. Что у нас здесь прилипло? Сосочка еще здесь прилипла черная. Так. И что же у нас здесь есть? И... Так, ободок. И... Ба-бам! Вау, ребята, посмотрите, какие у нее просто огромнейшие глаза на пол лицо. Но волосы тоже очень прикольные, коричневого цвета с розовыми прядями. Ого, смотрите, наряд, конечно, какой-то для бального вечера. Больше всего мне понравились пока здесь туфельки. И, конечно же, наше тело. Тело, как вы заметили, не от Лол. Поэтому, наверное, такой большой наряд. Потому что если это было бы тело от Лол, наряд бы был просто гигантский. Так. Еще я думаю, что, скорее всего, платьюшко меняется. Потому что, видите, вот пальцем провожу, оно становится... Так, оно фиолетовое, а становится розовое. Так. И давайте оденем голову. Конечно, наряд и тело все испортило в этом шарике. Был бы нормальный наряд, было бы нормальное тело, было бы в 1000 раз лучше. Так, ну туфельки мне продолжают все так же нравиться. Одеваем. Но туфельки зато как раз обувь не падает совершенно. И давайте дадим ей сосочку. Вот такая куколка у нас попалась. Пишите в комментарии, нравится ли вам. Или какие вообще вам куколки больше нравились. Пишите в комментарии. Ну, конечно же, мне кажется, эти намного прикольнее, намного круче, ярче. Конечно же, самое главное мнение за вами. Пишите об этом в комментариях. Также не забудьте ставить пальчики вверх, подписываться на наш канал и не забудьте про колокольчик, чтобы самым первым узнавать о наших видео. А мы совсем скоро с вами увидимся. До новых встреч, дорогие друзья. Пока-пока!